Март, еще не весна, а предвесенье. Но все ярче солнце, все звонче капель, и мы вновь с нетерпением ждем по-настоящему теплых дней и встречи с нашим любимым садом. В марте, когда робкое весеннее солнышко только пытается отогреть замерзшую землю, в каждом из нас просыпается неуемное желание скорее встретиться со своим садом. Отдохнувшие за зиму руки просятся сажать и сеять, а в голове куча мыслей и идей о том, как сделать свой сад еще более красивым и уютным. Опытные садоводы, конечно, знают, что припасать нужный посадочный материал надо именно сейчас, в марте-апреле, пока и выбор хороший, почки еще спящие. Основная масса посадочного материала сейчас поступает с открытой корневой системой. В таком виде посадочный материал обходится намного дешевле, чем купленный позже, уже подсаженный в горшках. Надо лишь грамотно сохранить его до посадки и правильно высадить. Не стоит подсаживать купленные корни и луковицы дома в горшочке. Потом их трудно адаптировать к уличным условиям. Да и держать на окне придется до июня, пока минует угроза заморозков. Можно использовать домашний холодильник, овощную яму. Мы перепробовали немало способов хранения и остановились на самом простом и надежном – это хранение под снегом. Для большинства корней и луковиц нужна нулевая температура. Под слоем снега 50 сантиметров – именно такие условия. Все наши корешки прямо в упаковках заворачиваем в несколько слоев бумаги, помещаем в коробку и засыпаем снегом. Делаем горку лучше с северной стороны дома или в другом притененном месте. Сверху желательно присыпать опилом или торфом. Этим мы еще больше задержим таяние снега. В таком виде наш тайник продержится до мая-июня, когда можно будет смело в любое время доставать и сажать наши растения прямо в грунт. Чем раньше приобретен посадочный материал, тем больше шансов на его успешную сохранность до весны. Потому что длительное пребывание на прилавке магазина в тепле ему не полезно. Поступление товара сейчас еженедельное. Многие позиции не повторяются. Заходите к нам чаще, звоните. Много интересной информации на нашем сайте садовник43.ру. Пришло и время подготовки к посадке семян картофеля. Закрытое акционерное общество «Ягодное» вот уже около 20 лет производит семенной картофель, в качестве которого можно не сомневаться. Мы специализируемся на производстве немецких сортов. Я считаю, что немецкие сорта – это одни из лучших сортов, потому что у них высокие не только внешние достоинства, но и вкусовые качества. И кроме этого, мы выращиваем сорта белорусской селекции. Это сорт «Скарб». Из новых сортов мы можем предложить «Зорочку» и «Янку». В прошлом году они все дали высокий превосходный урожай – до 300-400 центнеров с гектара. Поскольку «Ягодное» производит семенной материал картофеля на собственных полях, в пригороде областного центра коллективу этого хозяйства, вот уже около 40 лет работающему на благо садоводов и огородников области, удается сдерживать цены на эту культуру. Она и сегодня значительно ниже, чем на картофель, завезенный из-за пределов Вятского края. Есть и другие преимущества. Мы реализуем картофель первой, второй репродукции, элитный картофель. Весь картофель мы опробируем, смотрим, какой дает он урожай на наших полях. Если картофель по каким-то критериям не подходит для выращивания в нашей зоне, мы просто его не реализуем. В фирменных магазинах закрытого акционерного общества «Ягодное» «Наш сад» садоводы и огородники найдут и грунты для выращивания рассады, тоже произведенные в хозяйстве. Мы производим давно знакомый всем грунт плодородный. В последнее время мы стали производить грунты на основе собственного биогумуса. Это грунты урожай, цветочный, универсальный. Добавка биогумуса их делает незаменимыми при выращивании рассады. Здесь есть все – и азот, и фосфор, и калий. Грунты для посева семян сейчас особенно актуальны. По мнению специалистов, они должны быть хорошего качества и соответствовать той культуре, которую вы будете высевать у себя на подоконнике или в теплице. Хорошая почвосмесь необходима и для пикировки сеянцев. Научно-производственная фирма «Агросимптомс» уже приступила к продаже сеянцев теплолюбивых культур собственной селекции.
Начало весны – самое время для посева семян баклажан, перцев, томатов на рассаду. Но если по какой-то причине вам не удалось высеять семена, то мы предлагаем для вас уже готовые сеянцы. Баклажаны, которые с успехом вырастают и дают хороший урожай по всей территории Кировской области. Это такие, как Кировский, Аметист, Северный Блюз, Пушок, Аленка. Хочу заметить, что плоды баклажанов содержат большое количество витаминов, благоприятно влияющих на сердце. Популярные и урожайные перцы кировской селекции, такие как Пламенный, Снегирек, Веснушка, Добряк. Плоды перца содержат витамина С больше, чем лимония, а это повышает иммунитет. Кроме того, мы выращиваем сеянцы томатов, огурцов, цветов. Разобраться со сроками посева и посадки вам поможет лунный календарь на 2014 год от специалистов научно-производственной фирмы «Агросимптомс» с элементами агротехники. Свежий номер журнала «Золотой шар. Все о томатах и не только». Магазин «Вятские семена» предлагает подарочные сертификаты для всех увлеченных садоводов. Интересная информация для всех обладателей счастливой карты постоянного покупателя. Все это вы можете приобрести в магазине «Вятские семена» по адресу улица Ленина, 101, напротив филармонии. Специалисты Кирово-Чепецкой химической компании адресуют садоводам и огородникам, занятым выращиванием рассады, органоминеральное удобрение «Джой», которое так и называется «рассада», и применяется как для замачивания семян перед посевом, так и в дальнейшем для подкормок растений. Подкормки могут быть корневыми и некорневыми. Они стимулируют рост и развитие рассады, защищают ее от неблагоприятных факторов, заморозков, засухи, повышают приживаемость растений при их пересадке. Удобрение «Джой рассада» повышает урожай на 30-40% и ускоряет созревание культур на 7-10 дней. В магазинах для садоводов и огородников сегодня вы найдете и краску для садовых деревьев «Джой». Акриловая краска на водной основе образует дышащее матовое облако. Она предохраняет дерево от солнечных ожогов и защищает его от вредителей. Весной побелка деревьев производится сразу же после схода снега, пока земля не прогрелась и вредители не вышли из почвы. И рассада, и краска для садовых деревьев под торговой маркой «Джой» неоднократно получали дипломы и награды различных выставок за высокое качество продукции. Высокую оценку российских выставок «100 лучших товаров России», «Садовод и фермер», «Золотая осень-2013» получила и продукция еще совсем молодой компании «Сотка зелени» из Вятских полян. В январе представители компании побывали на международной выставке «Зеленая неделя» в Германии. Мы занимаемся производством биогумуса. У нас закрытый круглогодичный червятник, где работает 2 тонны дождевых червей. Таким образом, мы можем производить большое количество этого продукта, необходимого, который является сегодня лучшим органическим, экологически чистым удобрением. В качестве сырья мы используем только конский субстрат. Соответственно, сегодня в России мы единственные производители биогумуса на основе конского компоста. Биогумус «Сотка зелени» появился в продаже более 3 лет назад. А чуть позднее компания приступила к производству почвосмеси «Ваше плодородие». Сегодня мы представляем несколько разновидностей этой почвосмеси. Почвосмесь цветочная, она предназначена для выращивания цветочной рассады, для выращивания комнатных цветов, для выращивания цветов в клумбах, для высадки декоративно цветущих кустарников типа роз, гортензий, клематисов. Почвосмесь для рассады, она специально подобрана для выращивания теплолюбивых овощных культур. Мы рекомендуем тем людям, которые выращивают рассаду, капусту, томатов, зелени. А вот если вы выращиваете культуры, которые требуют особого содержания питательных веществ, такие как перцы, баклажаны, огурцы, для них мы рекомендуем почвосмесь овощную. Она содержит 25% биогумуса, является более органической, более питательной. Также у нас есть почвосмесь универсальная, там усредненные пропорции, которые, в принципе, будут подходящими для любого вида растений. Итак, весна.
И пусть на участке еще лежит снег, а ночные температуры воздуха низкие, нам не терпится поскорее вновь отправиться туда, где совсем уже скоро зацветет черемуха, раскроются первые весенние цветы. А тем, кто никогда не расстается со своим садом и бывает здесь в любое время года, несколько советов от фирмы Magic Him. Нельзя забывать о чистке дымоходов от сажи и копоти. Пожарные часто выезжают на вызовы, вызванные возгоранием сажи в дымоходах. Сажа может в любой момент вспыхнуть от попавших на нее горящих искр из печи или камина. Многие средства для чистки дымоходов на российском рынке экологически опасны, так как при их изготовлении используются ядовитые компоненты или отходы производств, образующие диоксины. Компания Magic Him предлагает высокоэффективное и безопасное средство «Веселый трубочист» для очистки дымоходов, печей, каминов, котлов на твердом и жидком топливах. «Веселый трубочист» удаляет сажу, копоть, смолы из дымоходов. Сажа постепенно разрыхляется и удаляется с потоком выходящих газов через печную трубу. «Веселый трубочист» понижает температуру выжигания сажи, тем самым обеспечивая дымоходам долговечность. Действует также профилактически. Против отложений сажи и нагара предотвращает образование яда, угарного газа. Исключает взрывы сажи в дымоходах. Высокоэффективен, нетоксичен и экологически безопасен. Улучшает экономичность и безопасность, упрощает эксплуатацию печей, каминов и котлов.